Сегодня на завтрак приготовила рулетики из лаваша. Они понравились всем без исключения. Мне понадобилось 250 грамм творога, 150 грамм сыра, одно яйцо. Также я измельчила небольшой пучок петрушки и укропа, натерла одну большую чесночинку. Теперь добавляю зелень и чеснок в миску, немного солю и все перемешиваю. Пахнет уже очень вкусно. Беру лаваш и выкладываю на него половину моей смеси. Все разравниваю, немножко утрамбовываю и заворачиваю лаваш в рулет. Я специально оставила края непромазанными, чтобы сыр при нагревании не вытекал. Выглядит очень аппетитно. Все еле дождались, когда можно будет попробовать. Самое главное, что такой рулет готовится очень просто, а получается невероятно вкусно. И что немаловажно, полезно. Из этого количества продуктов у меня получилось два довольно-таки больших рулета. Далее беру миску, разбиваю одно яйцо и немного взбиваю его венчиком. И чтобы рулеты красиво подрумянились в духовке, промазываю каждый рулет яйцом. Запекаю 25 минут при температуре 150 градусов и подрумяниваю 5 минут при температуре 210 градусов. Мои рулеты готовы. Обязательно даю им немного остыть и потом нарезаю на кусочки. Рулеты очень хорошо держат форму, поэтому можно нарезать и потоньше, и потолще, как вам нравится. Подавать лучше всего теплыми, с каким-то соусом или со сметаной. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения!